Минск объективно задает тон по многим современным направлениям. Мы создали парк высоких технологий. За прошлый год дали почти 2,5 миллиарда долларов экспорта. Свыше 800 компаний-резидентов у нас работает. 1000 человек там трудится. А это все минчане, которые кормят свои семьи и, как вы знаете, кормят неплохо. Но цифру надо быстрее внедрять у нас в экономике, в социальной сфере. Мы же IT-страну решили построить. И где это делать прежде всего, как не в Минске? Новые информационные технологии – это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого город остановится в развитии. При этом непреложные требования – все должно быть удобным и комфортным для людей, как жителей, так и гостей нашей столицы. Но при этом еще раз хочу вас предупредить, IT – это хорошо, но в основе всего был и будет человек.